снимать его было очень трудно, потому что, как я говорил, маленькая комната, как сделать эту камеру? Вот снимать было этот маленький эпизод, он повторяется несколько раз в картине, и было трудно, потому что маленькая комнатка, и камера большая, и как достичь это так, чтобы она, вот эта бабушка, нас не видела. Потому что каждый раз, когда мы входили, она все время подходила, она говорит, давайте я вам чаю сделаю, вам, пожалуйста, печенье, все такое. Я пытался, говорит, вы не обращайте на нас внимания. Ну, как же не обратить внимания? Ну, гости пришли. И тогда мы вот так изобрели такой же метод. Я сказал своему оператору, что когда мы заходим, я вежливо, я буду здороваться, я буду пить чай, там, печенье всякие, кушать. А он не обращает никакого внимания, он даже не здоровается с ней. То есть, если она спрашивает, я запретил ему даже отвечать на любые вопросы. И она как бы сначала она очень удивлялась, потому что очень такой странный человек, ему говорит добрый день, а он не отвечает. И совсем как бы это не какой-то очень такой чудак с этой камерой. А в конце концов, вот через несколько дней мы приходили, она, когда я выходил, она очень радовалась, и меня приглашала к столу, а вот его она даже совсем забыла, что он такой есть. Но он ходит с этой камерой. И когда я уходил из этой комнаты, она делала то, что делает обычно. Вот здесь она еще, мы не просили ее, я знал, что вот в это время она бегает. Она просто не стала обращать внимание на оператора, и вот, и так сняли этот эпизод. Ну вот, я не знаю, ответил ли я на ваш вопрос, но все, мне кажется, что вот это внутренняя правда, это был вопрос с самого начала кино, и не знаю, что изменилось ли что-то. То, что приходят элементы игрового кино, но мне кажется, что это было уже довольно давно. То, что документальное кино влияет на игровое кино, это тоже, мне кажется, как бы неоспоримый факт, потому что мне кажется, что люди немножко приустали от выдуманных историй, как бы куда уже больше, там, «Матрица» или там, «Колец», «Властитель колец», куда же еще можно. И иногда вот это документальное кино подносит, и там же какие-то маленькие, но чудеса, которые происходят вот напротив камеры. И это не сыграно. Это может быть самое маленькое, там не никто. Там никакие там не взрываются метеориты, и я не знаю, и никакие драконы не прилетают. Но это сам вот то, что это происходит против тебя, то, что ты как бы свидетель чуда, ну мне кажется, вот это самое главное в документальном кино. Да, вот это вот я просто. Это не вопрос, а слово дополнение, что вот фильм, который проснулся, вот эпизод жизни собирательного талона, там мало того, что смерть этого играет самих себя, так они еще играют реальную историю, случившуюся с ними несколько лет назад. Просто ну, фильм потрясающий совершенно, и уже не скажешь, что игровой, не игровой. Там это внутреннее правда просто в каждом кадре. Ну да, мне кажется, это и этот вопрос внутренней правды, мне кажется, он решается и в игровом кино. И тогда как бы метод не так уж важен, который мы выбираем, документальное или игровое кино. Главное, что мы не лгали. Или так лгали, что никто нас не поймал за руку. Потому что вот в документальном кино даже самое маленькое
ложь, которая прочитывается, она разрушает все. Она разрушает самый главный принцип документального кино – это как бы дверь. Когда я доверяю, я верю, что это правда. И когда я вот поймал режиссера, что он солгал, он как бы сделал такой шорткат, как бы срезал угол, вместо того, чтобы ждать, выждать этого чуда. А он как бы немножко подтолкнул это, или там сорганизовал, и подыграл, и все. И тогда я уже, даже если настоящее чудо там случится, я уже не поверю. Потому что я не поверю, вот это правда, это, мне кажется, очень важно. Мне кажется, вот есть в Бразилии есть кинофестиваль «Оттуда Вердачи». Все это правда. Вот мне кажется, это самое основное фундамент кино. Скажите, пожалуйста, вы вообще когда-нибудь сами снимали, наверное, в проект «Буки Хайну»? Да. И какое у вас отношение вот с оператором и с этим желанием самому снимать? Ну вот у Кукой я снимал часть этого фильма, я снимал сам. Я пригласил оператора. Ну, вообще-то, это обычная история. Так как с оператором проводишь огромное количество времени и всегда вот эти как-то, ну ты как в космосе с этим человеком, иногда и случаются конфликты, и непонимания, и объяснения. И я уже как бы, это было 10 лет, как я начал делать кино, я уже стал думать, я сам сниму эту картину. Я попросил оператора, довольно известного оператора, чтобы он был ассистентом оператора. Я говорю, мне от тебя ничего не нужно, не нужно, чтобы ты заряжал пленку в Арифлекс. И все. И даже ты не смотришь в этот окуляр. И он согласился, к моему удивлению. И мы так и начали снимать. Я снимал, он заряжал пленку, давал мне камеру. И потом он в один момент говорит, знаешь, вот там, посмотри, можно один кадр? И я посмотрел, да, и там был очень классный кадр. А потом, когда я стал клипить, я позвонил ему больше и больше. А потом, когда я просматривал, я увидел, что его материал на голову сильнее моего материала. И все, и эта игра кончилась, и я с этим человеком уже делаю, вот когда это уже, не знаю, какой год, я уже не помню, но это 2002. А с этого времени, вот, 11 лет я с ними работал. Там дружеский месяц. Как бы доверяю полностью. Здравствуйте, меня зовут Игорь. Руковожу киноклубом в городе Запорожье, которому уже 36 год. У нас есть специфическая аудитория, которая очень любит подобное кино с заточкой артовской. Если понимаете, о чем я. Поэтому, с одной стороны, хочу сказать вам большое спасибо за удовольствие, сравнимое с оргазмом, за то, что вы уже посмотрели. Спасибо огромное. Я хочу задать два вопроса. Первый из них сформулировал режиссер Михаил Ильенко, который печально говорил о том, что он является суррогатной мамой своим детям, то есть мимо. То есть в тот момент, когда он их задумывает, вынашивает, рожает, создает и выпускает в мир, это для него самое родное дитя. После этого у него есть другие папа, мама, которые занимаются его жизнью. И он чувствует себя немножко в стороне. Это очень болезненный процесс покрывания своего дитя. Если можно, скажите свое отношение к этому вопросу. Ну да, это правда. Я как бы уже говорил, что в начале нашего разговора я как бы рассказывал, что как бы, когда уже фильм он сделан, он уже не зависит от режиссера. Как бы он уже полностью в руках зрителя, и я сам тогда, и режиссер становится только одним из зрителей в зале. Когда меня
спрашивают, а вот что значит этот эпизод? Я как бы, я никогда не отвечаю на этот вопрос, а я как бы все время перебрасываю этот обратный и спрашиваю, а что вам, что вы думаете? И вот, неважно, что человек отвечает, все равно это так, правда. Он уже не принадлежит режиссеру. И это, конечно, когда ты живешь с этими людьми долгое время, я слышал такое, и мне кажется, это правда, что выйти из картины нужно столько времени, сколько ее нет. Потому что все равно, как бы ты живешь с персонажами, с картинами, с этими местами, и нужен какое-то вот волевое усилие, чтобы переключить свои мысли на другое кино. Есть все время такое, как бы, называется, что делала уж мадам. Соблазн. Есть такое искушение, соблазн немножко поправлять свое кино. Потому что когда я вижу фильмы, сделанные там, в 92-м году, зачем я ставлю такой видеокадр? Там ничего не происходит. А почему я не сделал вот так? А если... И там маленькие какие-то изменения, но это очень основные. Можно как-то очень улучшить эту картину, если что-то там вот переставить. Но я все время, и с каждым кином это случается, но я все время говорю себе, что это не позволительно, что я не должен этого делать, потому что кино это является отражением времени, отражением вот этой секунды, этого момента. Я был такой. Даже если я был глупый, если я был там непрофессиональный, если я там сделал ошибки, это я. Это я, и я не могу вернуться обратно и изменить себя. Так, в такой же мере я не могу вернуться к своим картинам и их менять как. Потому что если уже податься тому, то тогда уже эта дорога не в никуда. Это можно всю жизнь делать одну картину, ее исправлять. Ну, может, это интересно. Я знаю, что есть режиссеры, которые, вот, как бы, можно их смотреть картины, ту же самую картину, там номера просто. Версия 274. Такие варианты есть. Второй вопрос. Скажите, пожалуйста, вот вы упоминали Херцога как пример. Это в хорошем смысле безумный режиссер, бескрышник такой режиссер. Но ему для того, чтобы создавать свои безумства Зигфилда, Фицкеральда, например, то есть ему нужен был такой же безумец, как Клаус Кинский. Да, то есть должны были сталкиваться эти два демона для того, чтобы высекать вот такие вещи. Скажите, пожалуйста, к какой категории вы себя относите людей? Есть люди, которые сказали под фильмом что-то и поставили точку, запустили. И есть люди, которым обязательно нужна обратная реакция. Вот ваши фильмы явно трудные. То есть они не для широкой аудитории, они для более подготовленной аудитории. Насколько важен для вас контакт и отдача от этих людей, что они видят в этих фильмах? То есть вам это интересно или вы все сказали, что? Ну нет, конечно, мне интересно. Конечно, я как бы, если я сказал, что это как бы диалог, так если бы мне была неинтересна другая сторона, тогда я бы не ввязался в это диалог. Тогда есть такое, знаете, есть такое монологное кино. Вот сказал такой монолог, и поставил точку, вот и а я все-таки, не важно, как это воспринимается, и как это находит, какое-то эхо, какое-то
вот звук от этого, что я говорю. И даже, я не знаю, даже не сама реакция, там, которую можно измерять билетами или статьями, позитивными, негативными статьями. Мне важен сам процесс, когда показывается это кино. И это очень чувствуется. Вот разные аудитории, ты вот сидишь в зале, там, и чувствуешь, если вот завязался этот контакт, есть ли контакт с публикой, с экраном, или все-таки этого контакта не произошло. Это сама суть, как бы, мне кажется, кино. Это есть контакт. Это, я думаю, что да, если ответить, мне важно, как кино отражается в зрителе, скажем так. Скажите, пожалуйста, как вы формируете элиту фильма, как собираете части воедино, на что ориентируетесь? Ну, ритм вообще-то это уже то, что вот самый материал, он диктует ритм. Его нельзя как бы придумать с самого начала. И иногда я делал такие фильмы, которые, ну, как бы, вот тогда, когда искал вот, как бы своего языка, я попытался сделать одну картину, я покажу сейчас маленький отрывок из нее. Я думал, вот можно ли сделать, меня все время очень впечатлял григорианский хорал. Я просто действовал так гипнотически. Я думал, а можно ли сделать кино, которое бы было как вот этот григорианский хорал? И ни история, ни какая-то там информация, ни вот как в григорианском хорале. Там же нет таких пиков. Все на одной линии. Можно ли вот такое кино сделать? Тогда я сделал картину, которая называется «Антигравитация». Я посмотрю, есть ли у меня